Доброго времени суток. К вашему вниманию ноутбук HP на базе процессоров Intel Pentium Gold. Начнем наш обзор с характеристики данного ноутбука, после перейдем к внешним составляющим. Стоит Intel Core Pentium 6405U2 и 40 ГГц, 8 ГБ оперативной памяти. Встроенный графический адаптер, оснащен SSD-диском на 500 гигабайтов. Износ аккумулятора 6%. Данные Crystal Disk. В данный момент подключен к Wi-Fi. Wi-Fi видит отлично. Wi-Fi модуль исправен. Давайте проверим дисплей. Дисплей отличный, нет никаких засветов, дефектов, выгораний и так далее. Давайте проверим микрофон. Раз, 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 раз. Раз, 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 раз. Микрофон работает отлично. Давайте проверим камеру. Как мы видим, веб-камера тоже работает отлично. Так, давайте проверим USB-порты. На данный момент подключены к одному USB-порту, подключена компьютерная мышь. Как мы видим, все работает. Проверим второй. Тоже работает отлично. Данный ноутбук оснащен лишь двумя портами USB. Давайте проверим клавиатуру. Клавиатура работает отлично. С данным ноутбуком в комплекте идет зарядное устройство. Оно подключено вот таким вот адаптером, переходником. Зарядного устройства оригинального в комплекте нету. Такой вот блок. Давайте продемонстрирую вам внешне его. Клавиатура в идеальном состоянии. Корпус тоже выглядит довольно-таки хорошо. Крышка закрывается, открывается отлично.
Повторюсь еще раз, данный ноутбук без... Извините, данный ноутбук с зарядным устройством, но, к сожалению, не с оригинальным. Зарядное устройство имеет вот такой вот адаптер.